Физкульт, привет, друзья и ученики! Несмотря на то, что у меня выпущено уже очень много статей и видеороликов о питании, и конкретно о питании после тренировки, вы продолжаете задавать мне вопросы. Какое лучше питание? Спортивное или натуральное? Когда сразу после тренировки есть? Какой промежуток времени есть на то, чтобы закрыть так называемое белково-углеводное окно, хотя неправильно так говорить. И можно ли заменить натуральную пищу приемом спортивного питания? А также часто задается вопрос о перекусах. Самое лучшее и важное время, когда вы можете направить все питательные вещества, поступаемые в наш организм извне, в наши мышцы. Это прием быстрых углеводов сразу по окончании последнего подхода, последнего упражнения, даже до заминки. И времени на это не так уж и много. Кстати, самые мощные бодибилдеры пользуются этим, делая себе укол инсулина. Но мы с вами не будем этого делать, в связи с тем, что это крайне опасно и может привести, и скорее всего приведет к смерти. Но инсулин как раз-таки то, что делает ваши мышцы огромными и большими, если вы умеете им управлять. У меня есть отдельная статья и видео об этом. Настоятельно рекомендую изучить, чтобы понимать, что, как и зачем. В этом же видео я просто даю конкретные рекомендации. Если грамотно, повторяюсь, пользоваться инсулином, то вы можете направлять все питательные вещества в мышечные клетки и блокировать поступление питательных веществ в жировые. Да, именно инсулин, самый мощный анаболик, является транспортом питательных веществ. И от него зависит, куда пойдут питательные вещества – в мышцы или в жир. Я думаю, что все мы хотим, чтобы, естественно, питательные вещества поступали исключительно в наши мышцы. Так вот, неважно, хотите вы набирать мышечную массу, хотите ли вы, чтобы сжегся ваш жир. Главное – грамотно тренироваться. Исключать, минимизировать классическое кардио в своих тренировках и делать упор на силовой тренинг. И как раз-таки сразу по окончании силового тренинга – необходимо принять быстрые углеводы. В идеале это могут быть банан и протеин. Банан и яйца. Банан и какой-нибудь протеиновый батончик. О батончиках мы поговорим чуть-чуть позже. Главное, поймите, что после тренировки это быстрый углевод. Не протеин, а быстрый углевод. Еще есть такой препарат спортивного питания Витарго. Это вытяжка из sweet potato. И насколько я знаю, по последней информации, это самый быстрый углевод, который очень быстро вызовет выброс инсулина в кровь. Соответственно, пойдет все в мышцы, а жир будет блокироваться. Что касается перекусов. Я лично против перекусов как таковых. Если вы хотите, точнее, если у вас нет возможности полноценно нормально питаться каждые 3 часа, то устраивайте себе такие так называемые перекусы. Но относитесь к ним серьезно, как к полноценному приему пищи. В перекусы как раз-таки нам важно, чтобы не было быстрых углеводов. Запоминаем, быстрые углеводы важны сразу после тренировки. Даже, друзья, если вы тренируетесь поздно вечером, сразу по окончании тренинга, не уходя в раздевалку, выпейте шейкер. Если у вас проблемы с тем, чтобы сесть на лавку, поесть банан или овсянку, неважно, многие пишут, что я не представляю себя, как я сяду и буду есть. Заготовьте дома изначально в шейкере коктейль и выпейте его. На крайний случай можно просто съесть немного сахара. Это тоже быстро выбросит инсулин в кровь. Правильный перекус
залог хорошей фигуры и отличного настроения. Совсем недавно компания Bombar, российская компания, разработала и выпустила линейку протеиновых низкоуглеводных батончиков Bombar и Bombar Slim, обладающие низкоуглеводным составом, как я уже сказал, и высоким содержанием сывороточного белка с добавлением клетчатки изомальтооллигосахарид. Как заявляют производители, технология производства батончиков позволяет им сохранить максимальное количество микроэлементов и витаминов в своем продукте. Батончики не содержат консервантов, красителей и ароматизаторов. Это тоже очень важно. Только натуральные компоненты, без добавления сахара и глютена. Снеки прекрасно замещают перерывы между приемами пищи и не допускают разрушения ваших мышечных волокон. Bombar – это линейка 60-граммовых снеков, вкусовая палитра которых предлагается в широком ассортименте. Разнообразие вкусов – клубника, арахис, кокос, шоколад, датский бисквит – не оставит равнодушным, уверен, никого из ценителей сладенького. А тем, кто ведет спортивный образ жизни, следит за своим здоровьем, но при этом не хочет отказываться от сладкого, непременно оценят линейку 35-граммовых батончиков Bombar Slim. Снэк с L-карнитином, ананасом и вишней направлен на поддержание стройности. Снэк с гуараной, ягодами годжи и клюквой, как вы уже понимаете сами, заряд энергии и бодрости на целый день. Непременно попробуйте эти батончики. Ореховый батончик – помощник для постоянного, красивого и крепкого тела. Он поможет вам построить его. С таким протеиновым зарядом чемпионом может стать каждый. Батончики Bombar отлично подойдут любителям фитнеса и просто тем, кто ведет активный образ жизни. Вы знаете, что сейчас спортивным питанием пользуются не только культуристы. Это настоящее вкусовое наслаждение и насыщение необходимым количеством протеина. Попробуйте, друзья. Заказывая, указывайте промокод HMMGYM и получите скидку. Также не забывайте, что 5 числа на канале Bombar пройдет конкурс, где вы сможете получить, выиграть хорошие призы с большим количеством подарков. Ну что, друзья, ссылку на канал Bombar я оставлю в описании к ролику. Всегда следите за тем, и что вы кушаете, когда вы принимаете пищу. Это очень и очень важно. Не забывайте о необходимом приеме воды, чистой воды. Не чая, не кофе, а именно чистой воды. И всегда развивайтесь, самообразовывайтесь. И будет вам счастье, здоровье и красота. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста.